станция метро «Мичуринский проспект» почти готова. Она станет первой полуподземной станцией московской подземки и второй панорамной. Одна из стен платформы будет стеклянной, с видом на парк и реку. В будущем со стороны панорамной стены появится пешеходная зона. Пол станции метро «Мичуринский проспект» украсит черный гранит, а колонны и стены – цветущий сад. Удивит пассажиров и расположение эскалаторов. Их решили смонтировать в центре платформы. В будущем на станции «Мичуринский проспект» появится пересадка на одноименную станцию третьего пересадочного контура. На базе этих двух станций будет создан крупный транспортно-пересадочный узел. А для удобства пешеходов через «Мичуринский проспект» построят крытую галерею. Станцию строят круглые сутки. Посменно на объекте находится свыше 500 рабочих. Вступаем в завершающую стадию строительства самой длинной ветки метро в Москве, 25 километров. Первую часть мы закончили от делового центра до Раменок, она запущена и работает. Сейчас в стадии завершающей вторая часть проекта от Раменок до Рассказовки, включая Новопеределкино и Солнцево. Строительство станции метро «Мичуринский проспект» закончит до конца года, а первых пассажиров она примет в начале 2018-го. Ольга Завершнева, Александр Хмельков, «Строймосру».